Родить, вырастить и воспитать. Сегодня в стенах администрации Ленинского района вручили ордена матери. Высшими наградами за тяжелый, но благородный труд удостоили 6 женщин. Каждая из них вырастила и воспитала минимум 5. От первых лиц в адрес мам слова уважения и благодарности. От души желаем вам, конечно же, здоровья крепкого на это, терпения, сил, чтобы всего этого у вас было в избытке. Ну а мы по мере своих, скажем, возможностей будем немножко стараться где-то, ну, если сможем помочь чем-то, то будем помогать. Вы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ольга Романенко сразу воспользовалась предложением главы администрации. У заслуженной мамы просьба от всего многодетного дома, где она проживает, расширить детскую площадку. Только на ее этаже 17 детей. С инициативой, уверяет Ольга, уже обращались и даже собрали деньги. Но как-то это все затянулось, к нам пришли, посмотрели, отписались, ну, таким письмом, в котором ничего четко не указано. Ну, уже не отпишемся никто. Пожалуйста, помогите нам. Мы обратились, и мы сейчас возьмем под контроль. Детская площадка на Шмидта 5, пусть и современная, но действительно маловато. Особенно учитывая, что дома здесь социальные, а многие квартиры выделены именно большим семьям. Вот эти вот сушилки, которых стоит достаточно много, но они нам не нужны. Мы решили организовать сбор средств и улучшить нашу площадку. То есть перенести какие-то коммуникации, убрать вот эти вот сушилки и при помощи наших средств, чтобы нам ЖЭО помогло. Могло демонтировать, рассчитать все эти отступления от жилых домов, что куда мы можем установить. В остальном, говорит Ольга, жизнью в роли многодетной мамы она довольна. То тут, то там им оказывают поддержку. Кстати, и саму квартиру семья получила бесплатно. Заплатили только за обмер трешки в БТИ. Финансовая поддержка. В принципе, я же говорю, что на сегодняшний день все просто вот, ну, идеально. Я подала на помощь, нам выплачивают помощь. Адресную социальную, мы получаем детское пособие. Всего в Бобруйске ордена матери удостоили 13 женщин. Но все же главной наградой для них были и остаются улыбки детей. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.